Сильный. Суета, суета, мое сердце суета, будто истина мира, я снова чувствую. Братцы, всем огромный душевный, братский, мега-космический, межатлантический, мега-душевный, мега-бородатый соломец. Обниматься по любасу. Ну что, позвонил Йо-Йо. С последнего ролика прошло вот на данный момент 2 дня. Мы хотели кусочек, как мы едем за Иксом, уже в один общий ролик сделать. Но я понял, что это все равно затянется. Поэтому сейчас мы едем и посмотрим, что у нас с Иксом. Потому что вчера он мне писал, патрубок показывал, поменял радиатор, патрубок твердый, циркуляции нету. Мы ему отвезли резину, как вы видели в последнем ролике, я же выкинул 2 резины, это вот как раз назад, короче, на X. Короче, посмотрим, что он сделал. Я его сегодня уже так душевно, так это, я говорю, ты что охерел, говорю, уже столько времени, я говорю. Во мне даже, говорю, подписчики, говорю, сомневаться начали. Поэтому он мне позвонил сейчас, говорит, давай, братан, неси сюда, что не пределом. Но в данный момент, он его еще ремонтирует. Посмотрим, что из этого получится. У нас вечереет, время 19:00. Я доджик отогнал домой. Вот сейчас там ребята ждут. Там прицеп доваривают. Мы там замутили. Короче, нам Иисус сварил прицеп, который раз 15 поломался, раз 15 мы переваривали. Короче, Деня решил сварить нам из старого прицепа новый. Сейчас увидите. И сразу выдвигаемся в Бавара. Так, ну что, пацаны, он фигарят. О, уже колеса прикручиваются, а? Конкретно же есть. В YouTube попадешь, короче, братан. YouTube, брат. Это Деня. Новый персонаж в нашем ОПГ. Парень, у которого руки растут вообще с нормального места. Ладошками вовнутрь. Короче, вот так вот Деня наварил. Это, короче, остатки от старого. Вообще, это вот то, что Иисус варил. А тут вот получился вот такой пипец. Ступицы. Металл, смотрите, какой. Деня зафигарил такой кикос. Резину от Паджерика, диски от Паджерика. Короче, все очень четко вот вообще. И у нас лично все посрезал. Вот это старая резина. Вообще. Как мы еще на нем возили, понять не могу. Friend in the middle school from a tragic bus crash, and I choose the track 1998. Вообще стрёмно на английском. А тут Димка, тут хозяйство Димки. Димоныч, братишка. Привет, привет всем. Люди спрашивают в последнем ролике, почему именно уголь? Он очень редкий. Редкий и дорогой, да, брат? И дорогой, да. Все. Ну вот. Нет, больше редкий. Ну, дорогой, понятно. И, короче, никто вообще с ним не заморачивается. Очень сложная рыба. Одна из самых сложных рыб для выращивания. Мы же не ищем легких путей. Да. Красавчик. Вот деньги, вот эти здесь хозяйство. Вот так вот. Все причиндосы. Ну и как без этого? Ну и как без этого? Так, на всякие. Да я никому не показываю, чисто, братан, своим. Это так, чтобы никто давление не поднимал, да, брат? Чапаев подарил. От Чапаева. Все, вот так вот. Ну да.
почетная грамота, да, от предприятия. Да, и поездка в Сочи. В Сочи это жирно, братан. Хотя бы как минимум минеральные, кисловодские минеральные воды. Это меня там Ялты, блядь. Ялты. Я бы кайфанул бы, да, сейчас Пятигорск. А, Кисловодск, Пятигорск. Как там по кайфу, походу, блин, вообще. Это я просто скучаю, брат, по дому. Вот это я такое не видел, что вот так вот здесь делают. Подожди, что берут, оббивают вот это. Как это называется? Окалина. А? Окалина. Окалина. Тут так, такое не делают, брат. Вот чтобы вот так вот делают. Здесь доминикане, доминиканцы так же не делают, да, брат? Все держится на окалине. А потом окалина отваливается, и получается, вон такой он пиндос, вообще вот так вот и разваливается все потом. Так. Осталось только приварить лаутенькую. У нас сколько вот таких вот остатков, сколько раз вот эту штуку переваривали. Иисус варил и арматуру, что он только не припаивал. Двойные какие-то стыки, какая-то вообще полная жопа. И он денька нам запиндячил, за неделю такое сделал. А вот и он. Мы его чуть-чуть на бок поставили, чуть он такой сместился, но там все регулируется. Моторчик новый. Я же сказал, он ждет просто своего часа. Его час скоро придет, дай бог. И трактор тоже, дверцу сделали деревянным. Деревянным и евроокно поставили. Трактор на деревянную, с деревянной дверью и евроокна стоят. А другого варианта не было, потому что вот такое намутить. Для них это что-то, ну что-то нереальное. Там есть же такие и пластиковые, и стекла, и ну там мозгов не хватает. Вот и пришлось запиндячить на трактор вот такую деревянную. Ну, кстати, нормально, держится самое главное. Евроокна на тракторе. Все по-нашенски. Какая она толстая, блядь. Вот это по-нашенски, блядь. Прикрутить мы ее можем. Это, подожди, сейчас еще, знаешь, что я хочу сделать? Скобы. Вот это уже мертво все будет. Со скобами. Тео Пеппа сегодня смотрел, охеревал. Он говорит, это что? Это что? Я говорю, подводная лодка, ё-моё. На Порту-Рико будем людей возить. Бля. Ну вот, тележка готова. Бомба. Бомба, честно говоря. Геленваген среди тележек, бля. Да, еще борта. Вообще кайфец. Все, все, прекрати истерику, брат. Нормально, нормально все, молочак. Мы раньше его не могли вчетвером поднять, а теперь он сам поднимает и сам двигается. Движуха. Тут, короче, везде своя движуха. У Димона вот тут пипец. Как это, все, на съемочном павильоне каком-то. Съемочный павильон, да. Вот он сутками здесь. Люди, напишите ему, чтобы он прекратил истерику. Он хочет в книгу рекордов Гиннесса попасть, вырасти самую большую ангелу на белом свете, угря. Да. Красавчик. Дотошный, до невозможности. У него все чистенько. С его бассейна прям воду пить можно. Он прям сам с этого кайфует. Он прям сам с этого кайфует. Опять в ночи, опять мы едем за машиной, опять за X3-м, ё-моё. Все по ситуации. Yeah.
Я, говорит, ролик твой видео, говорит, шарлатан, говорит, сам ты шарлатан. Вот и X. X готов. Сейчас мы его заберем. Я, листо. Маняна будет по пентам. Эй, джовьё мучо, говорю. Сегодня, говорит, дождя столько было. Я регло, вот эта штука все поменял. Я маняна, я пил по пентамус. Красавчик. Красавчик, братишка. Красавчик. Мира, ты пентар, то Мира, а ты Мира, кому вы лысый. Все, короче, поехали. Абрамус, бро. Все, поехали. Поехали, пацаны. Ну вот. Сейчас, Бруня. Офигеть, ручка вверх. Поднимается. Все. Короче, да, опять ночь. Опять у нас эта шляпа висит. Главное, чтобы глаз не выбило, брат. Смотри, он наваливает, брат. Вообще, говорит, все поменял. Как часы работают. Смотри. Противобуксовочник включается. Не, у него тут мотор работает как часы. Нам надо просто, братан, вот это все говно в себя привести. А так все четко. Вся электрика, говорит, работает вообще. Вот этот весь. Он колесо не поменял, ты в курсе? Резина, которая есть, говорит, я не успел. Они все это накачали, надули, поставили. И главное, чтобы сейчас история у нас не получилась. Пацаны, пропустите нас. Пацаны, по всем стоят. Лапаш, как всегда. Короче, жесткий муравейник. Жесткий прям муравейник. Никто не едет. Давай, езжай, блин. Время 9 вечера. Ты вообще... Этот кто? Да иди, блядь. Этот банановоз стал, блядь. Смотри, вот с этими бананами вонючими. Смотри, что творится, блядь. Что с ними происходит в пятницу? Что стекло грязное, ни хера вообще не вижу, блядь, брат. А где Деня? Не знаю. Их нету сзади? Берем. Ну, короче, полет нормальный. Температуру держит. Едем. Правда, стекло чуть-чуть грязное. Но ничего, главное это. Штука эта. Главное, что вот эта штука глаз не выбила, которая болтается. Но ее лучше, говорят, сказали не трогать. Ну, я завтра скотчем прикреплю. Ну и доехать спокойно. Так вроде нормально. Вообще сбитая, мягкая. Ёшка все поменял, температуру держит. Короче, едем, едем. Ну что, едем мы уже вот минут 20-30 не спеша. 80 километров в час. Там сзади колесо подгуливает. Ее все-таки резину не поменял, как я и говорил. Накачали, что было. Но он целый день дождь шел. Мы как вчера должны были забрать, вчера он не успел. Сегодня целый день дождь шел. Уже ближе к вечеру он все поменял. Я отдал, говорит, резина, говорит, у тебя сзади, говорит, лежит, говорит, а я, ну, короче, не успел я, говорит, поменять. Поэтому уже завтра все это сделаем, не спеша. Сейчас нам главное не спеша докатиться до дома. Машинка сбитая, вот так вот руль вот отпускаю. Идет ровно вообще. Вообще кайф. Не гуляет, не уносит, не сносит. Такая достаточно сбитая. Ништяк.
Ну все, мы уже в деревне. Фу, бля, от этого грязного стекла же в глазах рябит. Штука это еще, бля, думаю, бля, глаз бы да не выбило. Болтается, бля, в моменте. Пустынная дерево, знаешь, тут как это, в фильме ужасов. Смотри, вот эта заброшка вот. 2080-е после ядерной войны. Смотри, вообще ни одной души нету. Я думал проехаться кока-колу где-то холодной купить. Смотри. И только остались мы, земляне. И BMW с нами. Звук опять. Официально мы в бизнесе, братишка. Братишка! Мой брат. Короче, сейчас ДДП пойдет, мотоцикл заберет, а я на этом автомобиле попробуюсь к нам наверх подняться. Ну а мы с вами увидимся когда? Завтра. А ну дядька, переходик сделай. Оп. Братцы, всем доброе утречко. Короче, все, мы уже... У нас уже утро, следующий день. Доехали нормально. Все четко. Колесо только спускает. Колесо, я как и говорил, он нифига не менял. Давайте сейчас заведем его. Колесо не поменял, гад. Вон он, на резина лежит. Сейчас, короче, ключ этот разваливается. Попробую заклеить вот эту хрень, короче. Вчера чуть глаз не выбило. Сейчас я его скотчем, короче, зафигарю. Все, короче, скотчем я заделался. Ну теперь что? А, бля, отвалилось опять. Вот падал. Хрень, блин. Ладно, хрен с тобой. Ну что, давай заведем. Хрен с тобой. О-о-о. Четко. Четко. Работает как часы. Короче, он такой в М-пакете. Ну, поехали. О! Парктроник работает. Я же говорю, у него все работает, блин. Офигеть. Вот дела. Все работает. Четко. Деревня Стайл. Конечно, он грязный, пипец. Я вчера в час ночи купался, блядь, прям шампунем и с мылом. У меня прям все руки прилипали к этой фигне. Прям вообще пипец. Поехали на базу. Маляр ждет. Сейчас надо его кинуть на базе и потом пересесть. Потом пересесть на додж. Тут ДД уже с утра пораньше. Короче, давайте его обсмотрим. Короче, в М пакете он. В М пакете 3-литровый движочек. Панорамная крыша, все дела. Надо его просто до ума довести, покрасить. Работает как часы. Вообще. Дядька, я тебя у маляра жду. У маляра жду тебя. У Хосе.
вообще четко. Ваш. Как он грязный, ядрен батон. Ну, короче, тут вот есть все, все запчасти. Вот надо просто до ума его довести. Вот такой вот он весь коцанный. Ну, работает, пацаны, как часы. Фу, как жарко. Фреон, наверное, походу надо залить. Кондюк масвает, но не особо хорошо. А ну-ка, что с этими моментами? О, эта штука тоже работает. Я же говорю, вся электрика вообще работает. Вообще вся электрика работает. Поехали. Вот это, вот эту территорию, у кого мы арендуем, его брат, короче, маляр, Хосе зовут. Он мне Мерседес красил. Короче, он мне цену дает вообще кайфово. Что-то без крыши, короче, его прям облить по периметру, блядь, что-то $300. Это очень дешево. Если брать уже... Ну, короче, полностью покрасить, это $400 баксов, наверное. Он с меня берет. А так, в Санто-Доминго... Ух ты, как он наяривает. А так, короче, ну, косарь баксов. Покрасить машину, косарь баксов. Вот и Хосе. Хосе! Смотри, да, не может появиться. Мира, адентро тяне тодо пластику. Тодо пластику адентро. Дам я в аренду партию. Мира, сентате. Eso todo plástico de. Es eso abre, no sé cómo. Как-то как открывается. Yo no sé, блядь, cómo abre, mi hermano. El abre de lleva seguro, lleva allá adentro. Por el beeper. ¿Ah? Как его открыть? ¿Dónde está? Cosa de lleva. Кому Морено обрио? Си. Порке компрар батарея нуэво, тодо препарата. Эсо на трабахо сегур. Вот это надо. Открыть здесь. Давай, залезь. Блядь, не долезешь, Брунька. Eso todo plástico de él. Тут и рычагов, брат, нету вообще. Блять, как он открывается? Ну все. Эп. Траваху бибер, да? Работает охуенно. Офигеть. А я фальта фреон, сигуру, это ликидо фальта, бля, сигурисимо адентро. Далее, далее, маэстро, я все. Три семаны, бля, три недели, говорит. И цена, конечно, не 300. Братцы, с первым днем лета вас всех. У нас вот первый день лета. А то у нас постоянно зима, да? Как будто у нас постоянно зима.
братцы, ну все, машина в проекте, по технике машина все четко. Конечно, ту цену, которую я вам называл, он назвал чуть-чуть подороже, потому что он просто охерел. На нем что, говорят, цемент возили. Ну, на нем, да, в натуре цемент возили, потому что, ну, это пипец. Эта машина в стройке, наверное, год, наверное, да, для работы. Ну, хорошо, что по технике нормально. И есть все. Весь пластик внутренний, наружный, есть все. Абсолютно все. Поэтому все, машина ушла в проект. Недели, наверное, недели 2,5 займет, 100%. Чё они все так медленно ездят, нифига не пойму. Вроде суббота. Ну, походу они поэтому, братан, да, никто никуда, никто и не спешит, потому что суббота. Дили-дили, тролливали, это мы не проходили, это нам не задавали. Пацаны, ну, по-братски. Дайте я чуть понарушаю. Братишка! Братцы! Это, короче, они... Ну, часто покажи! Опа! Инвайн! А ты что, подожди? Эй, тут вот Денис! Эй, Денис! Фу, это мой сосуд, сука! Ха-ха-ха! Нет, Денис, это небо! Мони! 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 Кому ты не родили? Я работал! Все! У нас свежие бананы. Бро! Игми Мигинео! Майгинео! Маверде! Сейчас сезон ананаса, кстати, пошел. Очень много ананаса сладкого. А у него мы покупаем свежие бананы. Соверде! Мира, это вердисимо, это очень зеленый. Ну а вам на маняна компра. Маняна, тенго по маняна. Все, давай. Все хавают, сейчас обед. Эй, бро. Мучо аро. Все хавают. Маняна, бро. Короче, добен, маняна. Маняна, бро. Диме, кому ракосы? Аму, я красавец. Все, братан, давай. У нас идет дождь, у нас опять идет дождь. Громыхает, мама не горюй. Сейчас сижу, жду одного очень большого и доброго дядьку, хозяин грузовика. Буду с ним договариваться по поводу вывоза материала. С мексами я договорился, а вот кто будет вывозить, я с ним не договорился. Поэтому сейчас будем ломать его по цене. Esa guagua sube bien para allá arriba. Sube donde tú quieres. Esa guagua sube bien. Sí, ¿cómo la cosa? Estamos bien. ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Va? ¿Para acá? ¿Para qué sitio está? Atrás de río. ¿Atrás? De río, allá hay carretero. Ну что, братцы, поговорил с этим большим дядькой. Все, сейчас ждем. Пока стихнут дожди. Ну и погоним, блин, ё-моё, мыть материал. Будем пробовать, будем экспериментировать. А чем черт не шутит? На все воля Всевышнего, братцы. Родные мои, ну вот, в принципе, вот так вот и проходят наши дни. Машину мы отдали, машина все четко, на покраску. Где-то недели через две, наверное, машина будет готова, потому что очень много работы, много лака снимает. Ну, короче, да,
до болтика, до каждого пластика все сделать, все будет четко. Завтра, наверное, мы уже поедем и поможем затащить Мустанг, он будет завтра менять радиатор, ну и Мерседес, все по ходу пьесы. 63-й тоже ремонтируют, тоже, я думаю, что дня через два будут готов. Поэтому, ну как, вот так вот движуха идет. Если вам вот такие вот моменты все нравятся, я буду запиливать в неделю, там ролик, два, буду пытаться, если движуха какая-то есть, закидывать. Что касаемо золота и грунта, ждем, дожди идут, сейчас, короче, уже подсохнет. Ну, видите, опять завтра, послезавтра стоят дожди, не могут, грузовик не может туда заехать, чтобы поднимать грунт, и трактор тоже не может работать. Поэтому золотом будет, я думаю, движуха очень интересная. По крайней мере, мы попробуем, пока нас не спалят. Поэтому, я думаю, все будет четко. Сегодня у нас суббота. Братцы, всем мира и добра, и всего самого наилучшего. Побольше позитива. Всем желаю мирного неба над головой. И удачи, удачи, много удачи, много здоровья. А я, короче, что у нас? Пойду смотреть UFC сегодня. Ислам Махачев бьется с Порье. Будем смотреть, как наш дагестанский брат будет душить Дастина Порье. Все, братцы, всех обнял до хруста. Всех уважаю, люблю от души.